Политика – дело серьезное и непростое. И выбирая, кто придет к власти, мы должны слышать и видеть кандидатов. Политические дебаты и агитация за кандидатов – об этом наш следующий сюжет. Какое же вы будущее, когда на выборах они вам не интересны, и за вас решает все старшее поколение. За вас, на ваших выборах, на местных, на российских и так далее. Либо это неинтересно вашим инструкторам, которые не смогли вас организовать. Но я думаю, что это неинтересно прежде всего вам. И дальше будущего у молодежи не будет, если вы будете так относиться к выборам. Выборы – это то, что формирует власть. Вот все те, кто к вам приезжал, все эти дни депутаты, начальники, все они попадают в органы власти с помощью выборов, с помощью метода, когда народ голосует, избиратели. И если вы не будете ходить на выборы, не будете этим интересоваться, то ни у вас, ни у нашей страны будущего нет. Потому что туда будут проходить люди, которые заплатили деньги тупо, привели туда 100 человек за эти деньги и избрали себя. Потому что всем остальным это неинтересно. А таких примеров на территории Смоленской области я приведу вам большое количество. Моей командой, под моим руководством, уже было организовано строительство двух душевых кабинок, которые, в принципе, функционируют. И я считаю, что это огромный прорыв, так как многие желали построения этих кабинок. Мне хотелось бы интересно узнать, вот надо, допустим, завтра с вашими флагами побежит, пускай 300 человек. Вы найдете столько кваса на стольких людей? Это вот единственный вопрос, который я вам смогла бы задать. Просто, и не кажется вам, что это подкуп избирателей? Вот, также мы побежим с флагами Российской Федерации, что обеспечит, как бы, поднятие патриотического духа для нас, для всех. Хоть мы и так патриоты Родины, мы ее любим, но будем любить еще больше. Современным видом танцев, брейк-данс, хип-хоп, электроданс прошло на главной площадке лагеря. Over gym and the drag beast, straight up in your face like pimples and acne. Haters quit the race, we sprint like athletes. This shit is for y'all, predicting my time is in it. I'm still signed, still. The streets and your parties, like reptile, we make your bounce. Yeah. Чем запомнится завтрашний день, узнаем. Удачи наступающим и, конечно же, до встречи. Зачем зарывать в землю свой талант? Иди за мечтой, не сиди на месте. Ты найдешь, где его применить. Россия – страна огромных возможностей. Страна сильна молодыми.